Это ничего не делать, а просто мысленно дарить кому-нибудь свою любовь. Тем самым он отталкивает от себя Бога, и в дальнейшем этот человек сталкивается с тем, что он теряет мотивацию. Ему не хочется ни для кого ничего делать, у него исчезает мотив. И что необходимо сделать? Необходимо вернуться к Богу. Каким образом? Необходимо научить себя испытывать чувство радости и чувство удовлетворения и удовольствия в груди. Очень часто, когда люди приходят в мою школу, они приходят вот такими духовными калеками. Их научила религия, их научили секты, их научили другие мастера и научили плохому. И они приходят, и в их жизни ничего не происходит. У них плохо все. И эти люди, они должны научиться чувствовать себя маленьким человеком. Они должны научиться чувствовать себя радостным человеком, безвозмездно, от ничего.